Приветствую. 1 мая вот поднял один молодой и взрослая голубка. Красавчики играют. Где вы? Где эта двоечка? А вон они, вон, 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 вон. Ох ты, сокол там, сокол, 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 тварь, тварь, сокол погнал голубку, уж, наверное, голубя. Сокол был, сокол, ай ты, козел. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, сейчас камеру возьму. Сапсан, сапсан, тварь, извиняюсь, конечно. Вот все, появился. 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 Потерял я. Потерял. Вот так вот. Пошел и вот получается, как бы крыша помешала. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Сейчас попробую приблизить. Высоко он. Вот, 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 атаковать сейчас, наверное, будет. Атаковать, наверное, будет. Атаковать скорость. Да-да, атакует, атакует. Пошел. Не знаю. Куда-то вниз. Я голубя не видел. Вот с такой скоростью. С такой скоростью пошел туда. Вниз. Только я не видел, кого он атаковал. Ну, друзья, выпустил голубей. В общем, все благополучно вернулись. Вот, вот этот голубь был в небе. И вот. Вот она недавно прилетела. Голубочка. Вот. В общем, все благополучно закончилось сегодня. Давно не гонял. Наверное, неделю. Вроде не было. Вот сегодня поднял сколько там? Минут пять. Ну. Минут пять и напал. Знаете, красавчики. Когда вот так возвращаются, очень приятно. Целые, невредимые. Ну какой полет они покажут, друзья, какой полет? Когда хищник атакует, какой полет они покажут? Да никакого полета они не покажут. Они будут носиться. Сколько врагов у них. Вот многоперый, друзья. Вот это 17 перьев в хвосте. Вот посмотрите, как будто 12 перьев. Ну реально, помните, вот я не знаю, кто смотрел, два синих кольца. Вот
Как будто 12-перый, но... Ну, еще все молочные перья, еще может перелинять, что-то может измениться. Но... Но вот так выглядит, как будто 12-перый. Но если открываешь... Ну, это у меня от моей голубки, от привозных голубей. Самец привозной. А голубка моя. А вон малыши сидят. Вот как их гонять? Как их гонять? Он их в первую очередь... Эти, видите, вот атаковал все вот в небе. Это более взрослая птица. Они еще как-то 50 на 50. Ну что так? Что сделаешь? У всех атакуют, друзья. Но я не говорю самые свирепые тут хищники. Просто здесь вот кто местных знает... Кто вот держит высоколетную птицу, может созвониться и спросить, что здесь, как атакуют хищники. А то, что там есть, там рассказывают, от сапсана уходят еще. Ну, если, конечно, вот здесь вот над крышами будет, ву-ву-ву, вот так вот, извиняюсь. Конечно, сапсан не поймает. Вот. А, давай, давай, красавчики. Вот он, вот он, вот он. 17 перьев, вот. Красавица, голубка будет. Полуголодными их держу. Тут есть пескуны на крыльях. Приучаю. Там еще есть. Там еще. Там прилично их растет. Просто надо аккуратно их приучать. Здесь более-менее в июле. Ну, год на год не приходится. Июль-август. Более-менее там сапсан спокоен. Надо приучить и благополучное время начать гонять. Но все равно атакует, но не так, как сейчас, видимо, уже птенцы вылупились. Начинает жестко атаковать. Кормить уже не только себя надо. Я обратил внимание, хуже, чем зимой атакует. До последнего иду. Вот в это время. Ну все, друзья, как-то так. А тем фантазерам, которые там пишут, от хищника уходит еще что-то. Да, я согласен, от тетеревятника хороший гонный голубь уходит. Уходит. Вот, малыш. Хороший гонный голубь уходит, но... Но не то, что сапсан... Здесь атакует, но сапсан это совсем другое, друзья. Я понимаю, что каждый может сказать, что на его территории творится, но сапсан это он на любых высотах бьет. Только с земли не берет, с крыши не берет. Вот такие вот дела, друзья. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот такие, друзья, дела. Ладно, удачи, всех благ вам. Хорошие птички, чтобы она радовала вас, чтобы не было потерь. Это очень обидно, когда привыкаешь к голубю, начинает хорошее время показывать. Раз поднял, два, видишь, радуешься, но потом бах, не спустился. А эти то, что там показывают над крышами, вот так жу-жу-жу, показывают то, что
мотаются, и там, да, хищник есть, он приходит, они упали. Ну, это умные голуби, наверное, не знаю. Ну, вот с этими бы умными голубями бы посоревноваться. И посмотреть, они же должны быть и хорошие, получается, голуби, а не только умные. Надо посоревноваться, чтобы понять. Вот эти, которые над крышами в жужу уходят от сокола, могут ли показать то, что, как они показывают против хищника? Это вот от привозных. Нет, это по моим. Да, по моим. А вот этот от привозного. Ладно, друзья, как-то так. Всех благ вам. Спасибо тем, кто смотрит меня, мои видео, кому нравится. Я стараюсь показывать, как все есть. Не судите меня строго. Если что-то не так, извиняюсь. Всех благ вам. Всего-всего вам хорошего. Удачи.